Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 9 июня. Сегодня праздничный, юбилейный, 400-й тираж всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». «400 тиражей русского лото» – это более 3 миллиардов рублей, которые вы выиграли в 76 регионах России. «400 тиражей русского лото» – это более 13 миллионов выигравших в Российской Федерации. Это 539 обладателей автомобилей и 71 семья справила новоселье в новых квартирах. С гордостью я провозглашаю о начале 400-го юбилейного тиража всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». «12 лет выходит в свет еженедельная иллюстрированная газета «Россия». Крепкая семья, стабильный регион, сильная держава – вот главные приоритеты газеты «Россия». Россия – наша страна, Россия – твоя газета!» В юбилейном 400-м тираже телевизионной игры лотереи «Русское лото» у нас в гостях члены редакции газеты «Россия», главный редактор Юрий Михайлович Ковешников. Взаимные поздравления. Главный менеджер по рекламе Маргарита Борисовна Провоторова. Заместитель генерального директора Александр Васильевич Седых. У меня в руках свежий выпуск вашей газеты. И здесь, на первой странице, наши замечательные путешественники. Их путешествие привело сегодня к нам в студию. Я очень рад. У нас в студии Дмитрий Шпаро и Виктор Языков. Вот они, наши гости. Ну, а, мои дорогие, естественно, вся Россия играет в русское лото. Вся Россия играет в русское лото, и, естественно, вы сегодня у нас в гостях. Слово главному редактору. Прежде всего, с юбилеем. Вся Россия играет в русское лото. Наш девиз «Есть Россия, жива надежда». Пусть живет русское лото всегда. Браво! Мне хотелось вручить вам медаль. Вот эта медаль в честь выхода в эфир первой нашей передачи. Вот она, выбита специально в честь этой юбилейной даты. Я хочу, чтобы она заняла место в музее вашей редакции. С удовольствием вручаю вам. Ну вот, дорогие мои, праздник праздником, а работа работа. Я прошу вас обратить внимание на наш игровой снаряд, проверить наличие всех бочонков от первого до последнего. Вам, как редакторам, не привыкать проверять набор. А я передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Силакова. В 400-м тираже принимает участие 2 736 768 купленных вами билетов. Общий призовой фонд игры составил 85 645 284 рубля. Все в порядке. Я тогда подставляю наш игровой мешок и желаю удачи всем, кто играет в 400-м праздничном тираже. Лихо все сделано. Я прошу принять от нас этот мешок, потому что тираж наш праздничный, и он начинается сегодня
с розыгрыша наших специальных призов. Автомобили ВАЗ-2110. Вас я прошу пройти за стол тиражной комиссии. Ну, а разыгрывать автомобили, естественно, вместе с нами будут те, кто уже его выиграл. Я заинтригую вас на минутку, потому что, естественно, надо первым делом взглянуть на наш билет. Посмотрите, вот он. На нем надпись, которая не оставляет никаких сомнений, что тираж юбилейный. Ну, а с другой стороны, игровая сетка и персональный семизначный номер. По этому билету в нашем праздничном 400-м тираже можно выиграть, ну, для начала, кубышку! Призовой фонд кубышки составил 1 миллион 835 тысяч 402 рубля. Ну, а если примериться к другой сумме, которая поразит воображение всех, кто когда-либо играл в какую-либо лотерею. Наш джекпот! Джекпот составил 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей! Такой суммы! Такой суммы не знала ни одна российская, ни одна советская лотерея. Итак, я вам желаю выиграть это. Ну, а начнем с того, естественно, что мы обещали разыграть с самого начала. Автомобили ВАЗ-2110, а разыграют их вместе с нами самые свежие кавалеры этого приза, которые выиграли его на стадионе «Динамо» 26 мая. Вот праздник на стадионе «Динамо». А вот и победитель. Директор программы Виктор Кузнецов вручает ключи от автомобиля победителям. Геннадий Матвеевич Попов и его супруга Элеонора. А вот они были только что на экране, и вот они с нами. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Рад вас вновь видеть в нашей студии, но вы уже заметно успокоились, привыкли к тому, что вы владельцы автомобиля. Тогда вы волновались, и удивительное было совпадение. Девочка по имени Элеонора вытащила те самые бочонки. Ваш супруг зовут Элеонора. Что случилось за это время? Ничего, мы поздравили нашу девочку, которая нам помогла выиграть. Встретились с ней, да. Поздравили, поблагодарили. И пришли к вам еще выиграть. Как что-то. Отнеслись ваши родственники, родные, близкие, знакомые? Ну, в основном не верят. Не верят. Даже вот такого быть не может. Вы подъезжаете на машине, не верят. Но все нет, равно не верят. Сейчас уже верят. Ну, я думаю, что сейчас, увидев наш ролик, отчет со стадиона «Динамо», поверят точно. Ну, я думаю, вы не откажетесь принести такую же радость и удачу тем, кто сегодня играет вместе с нами в нашем юбилейном тираже. Я прошу вас подойти вот сюда, вот этими серебряными бочонками. Будем разыгрывать автомобили ВАЗ-2110 по номерам купленных вами билетов. Замечательно. Ну вот они все. Все здесь. Так. Взгляните еще раз на свой игровой билет. В нем персональный семизначный номер. Считайте, что первые две цифры в номере вашего билета уже сошлись. Они могут быть любыми. Мы разыграем следующие пять цифр, которые определят счастливчиков. Итак, по порядку. Третья цифра слева направо в номере вашего билета – это 9, верно? Номер 9. Девятку я бросаю Геннадию Матвеевичу туда. У вас нет билета? Но у вас уже есть машина зато. Я можно вашей супруге? И журавля тоже хотите, и синицу. Одной рукой синицу, другой журавля.
Номер один. Номер один. Единичку бросаю в мешок. Вновь перемешиваю. И вновь слово за вами. Нет. Это Геннадий Матвеевич. Номер восемь. Номер восемь. Так, и вновь ваша супруга. Вот так. Номер три. Номер три. Номер три. Так, у нас осталось. Остался последний бочонок. Вот последний бочонок. Я вас хочу вновь вернуть к тому моменту, когда вы сидели на трибуне, у вас все сошлось, осталось последним, да? Вы вышли к нам, и девочка вытащила счастливый для вас номер. Руки кверху. Руки ура. Кверху. Вот сейчас кто-нибудь победно вздернет руки вверх после... Шесть. Номер шесть! Номер шесть. Я прошу компьютерную группу назвать номера... Билетов, которые выиграли наши специальные призы. Автомобили ВАЗ-2110. Выиграли билеты, оканчивающиеся цифрами 9, 1, 8, 3, 6. Разыграно 30 автомобилей. 30 автомобилей. Целый автомобильный парк. Благодарю вас. Еще раз поздравляю. Вы получаете билет и возвращаетесь на свои места в студии. Мы провожаем аплодисментами автомобили, разыгранные. И встречаем аплодисментами тех, кто только что стал обладателем автомобиля ВАЗ-2110. 30 автомобилей разыграно, целый автомобильный парк в нашем 400-м праздничном тираже. Мои поздравления вам, дорогие мои, они ваши. Ну а теперь я забираю мешок. Вновь перемешиваю бочонки, и мы начнем все по порядку. Мы начинаем наш первый тур. Призовой фонд первого тура. 80 891 рубль. С этого и начнем. Мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны. Номер четыре. Номер четыре. Номер четыре – это счастливое число. Теперь оно будет долго-долго нам напоминать, что началась следующая сотня тиражей телевизионной игры лотереи «Русское лото». Все они будут начинаться теперь на четверку. Я поздравляю вас. Это счастливое число нашей сегодняшней передачи. Мы аплодируем первому победителю. Вы можете вернуться на свое место. Мы только начали игру, и мне посчастливилось сразу вытащить счастливый номер. Далее. Номер 9. Номер 9. Номер 21. Номер 21. Номер 68. Номер 68. Номер 65. Номер 65. Игра продолжается? Игра продолжается. Не забывайте, что мы разыгрываем наш суперприз джекпот. Все первые 15 чисел. Если они окажутся в числе 30 вашего билета, вы станете обладателем умопомрачительной суммы 60 миллионов рублей. Номер 36. Номер 36. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 281 билет имеет по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Мы напомнили правила игры в первом туре. Итак, с
Следующий номер 11. Номер 11. Стоп, игра. Стоп, игра. В первом туре выиграла 17 билетов по 4758 рублей. Поздравим всех 17 победителей. Они разделили ровно по-братски на 17 частей призовой фонд первого тура. Ну, а мне... своими руками удалось вытащить счастливый бочонок номер 11. Этот номер у вас на груди. Этот номер счастливый для нас. 400 тиражей барабанной палочки в руках нашего ударника Александра Белоусова. Саша, мы аплодируем тебе. Золотые барабанные палочки. Ну, а поскольку счастливый бочонок вытащил я его передаю игроку под номером 11, а мы все будем сейчас радоваться этому. А вам предстоит вытащить 4 бочонка. Игроки под этими номерами займут места за нашим игровым столом. Номер 52. Номер 52. Номер 52. Вот ваше игровое место. Номер 72. Номер 72. Номер внимание. 70. Внимание. После 9-го хода появились билеты, претендующие на денежный приз «Джекпот». Как вас зовут? Роза. Роза. О, Роза, Роза. Представьте себе, милая Роза, эту сумму 60 миллионов рублей. Если перевести в американские доллары, которые ныне называют условными единицами, это будет почти 2 миллиона долларов. Вот такой приз можно выиграть. И сейчас появились билеты, которые претендуют на этот приз. Все зависит от движения вашей руки. Номер 44. Стульчики. Номер 44. После 10-го хода осталось 28 билетов. 28 билетов, которые претендуют на этот приз. Сейчас вытащите номер игрока, который займет ваше место за нашим игровым столом. А вы не расстраивайтесь, вы получите приз. Номер 7. Номер 7. После 11-го хода осталось 9 билетов. 9 билетов продолжает претендовать на этот приз. А вы получаете этот хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». И вам рукоплещет студия. Так. Ну вот мы все в сборе. Я прошу вас сюда. Сейчас мы узнаем, каков призовой фонд второго тура. 161 782 рубля. Вот эта сумма и будет разыграна во втором туре. Мы продолжаем игру во втором туре. Ход ваш. Номер 26. Номер 26. Игра продолжается. Игра продолжается. Вот ваш. Номер 37. Номер 37. Игра продолжается. Так. Прошу вас. Номер 75. Номер 75. Игра продолжается. Ну, вас особенно приятно видеть за столом. Вы представляете газету «Россия», это верно. Вы можете представиться нашим телезрителям. Я занимаюсь промоушеном. Ну, замечательно. Вот сейчас вы как раз и занимаетесь своей профессиональной деятельностью. Очень хорошо. Номер 64. Номер 64. Внимание. Внимание. После 15-го хода в 400-м тираже джекпот не разыгран. А нет, не разыгран джекпот. И ничего, значит, в следующем тираже он станет еще больше, значит, еще более привлекательным для вас, дорогие мои. Кто-нибудь возьмет, да и выиграет его в следующем тираже. Не забудьте запастись билетом. Наш джекпот сегодня составляет 60 миллионов, а через неделю он станет больше. Прошу вас.
Номер 25. Опять 25. Номер 25. Ход ваш. Номер 53. Номер 53. Прошу. Номер 60. Ровно. Номер 60. Номер 39. Номер 39. Теперь ход ваш. Номер 43. Сталинград. Номер 43. Теперь вместе с вами. Номер 33. Кудри. Номер 33. Прошу. Номер 80. Бабушка! Номер 80. Вот ваш. Номер 79. Номер 79. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Прошу. Номер 69. Туда и сюда. Номер 69. Прошу. Номер 15. Номер 15. Номер 78. Номер 78. Давайте перемешаем, не возражайте. Как вас зовут? Игорь. Игорь. Князь Игорь. А нет, я не враг тебе, князь, а товарищ я твой. Ты мне гость дорогой. Ну и так далее. Номер 42. Номер 42. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют по 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, сейчас будет ваш ход. Важно, кому удастся вытащить счастливый бочонок. Это важно и для вас, и для телезрителей. Номер 23. Номер 23 лидирует два билета. И в этих двух билетах 14 номеров из 15 зачеркнуто. Как вас зовут? Аня. Аня, кричат они. Аня, вытащи мой номер, номер 50, полста, ровно. Номер 50 по-прежнему лидирует, извините, лидирует три билета. Три билета. Сколько будет... Сколько будет у нас с вами номер 32? Номер 32 лидирует три билета. Три билета по-прежнему. Иду по кругу. Игорь. Номер 24. Номер 24 лидирует четыре билета. Как вас зовут? Нина. Нина. Послушай, Нина. Я рожден с душой кипучую, как лава, номер 19. Номер 19. В группе лидеров 7 билетов. 7 билетов. А вас как зовут? Анна. Алла. Анна. Алла. Аня. Аня. Аня, почему? Я говорю, Аня. Номер 87. Номер 87 лидирует 12 билетов. Это вы не волнуйтесь, у нас бывает, что забывают, как зовут. Это неудивительно. Волнение от игры и от пребывания на телевидении очень велико. Номер 51. Номер 51 лидирует 21 билет. 21 билет. Очевидно. Игорь, есть возможность. Номер 86. Номер 86. Стоп, игра. Да, Игорь! В туре выиграл один билет, его выигрыш 161 782 рубля. Вот какую сумму, Игорь, вы передали в руки одного из наших игроков, а я передаю в ваши руки этот приз. Всем игравшим за столом призы от нашей телевизионной передачи. Ну и, конечно же, я предлагаю вам полугодовую подписку на газету «Россия» всем, ну, естественно, кроме вас.
Вам я подписку не предлагаю. Вот вам приз, и аплодисменты студии будут вам наградой. Ну, и игра завершилась во втором туре номером 86. Вам предстоит определить, кто будет играть с нами дальше. Номер 29. Номер 29. Вот ваше место за столом. Номер 29. Прошу. Номер 83. Номер 83. Номер 83 играет здесь. Прошу вас. Номер 45. Счастливое. Счастливое число. Как вас зовут? Елена. Елена. Елена, счастливая. Номер 45. Номер 45 разместится за столом. Вот там, напротив вас. А вы счастливый для нас номер. Вы знаете, почему? Почему? Потому что адрес дирекции Русского лото, Ленинский проспект, дом 45. На протяжении 400 тиражей каждый игрок, который вытаскивает этот номер из мешка, получает приз. Сейчас этот приз вот вам. Вот теперь видно, что вы не только Елена счастливая, но и Елена прекрасная. Улыбнитесь всем телезрителям. Ну и последний номер игрока, который займет ваше место. Номер 89. Номер 89. И еще один приз, который вы унесете с собой на свое игровое место. Хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Аплодируем победителям. Ну вот, юные создания, прошу вас занять это место. Мы сейчас узнаем, каков призовой фонд третьего тура? 242 673 рубля. О, какая сумма! Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. Ваш код. 66. Номер 66, валенки. Номер 66. Прошу вас. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Прошу. Номер 46. Номер 46. Ход ваш. Номер 14. Номер 14. Как вас зовут, прелестная? Аня. Номер 61. Номер 61. А вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Номер 58. Номер 58. А вас как зовут? Вика. Вика. Виктория. Уж не о победе ли мы заговорили? Номер 63. Номер 63. А вас как зовут? Полина, прекрасно. Номер 28. Номер 28. Одни женщины за нашим столом. Номер 30, ровно. Номер 30. Прошу вас, Татьяна. Номер 54. Номер 54. Вика. Номер 57. Номер 57. Алина. Номер 62. Номер 62. Аня. Номер 16. Кругом 16. Номер 16. Значит, прошу вас. Номер 40. Али-баба и 40 разбойников. Номер 40. Вика. Номер 17. Мгновение весны. Номер 17. Урина. Номер 85. Номер 85. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30.
Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, Анечка, появились билеты, в которых 29 из 30 зачеркнуты. Каждый следующий ход может стать последним. Номер 38. Номер 38. Лидирует один билет. Один билет. Таня, очень важно. Для вас очень важно. Номер 48. Номер 48. Лидирует три билета. Три билета. Вика, это важно и для телезрителей. Номер 76. Номер 76. В группе лидеров 5 билетов. 5 билетов. Полина. Номер 10. Номер 10. Лидирует 7 билетов. 7 билетов. Анна. Номер 59. Номер 59 лидирует 13 билетов. Ну что, есть предощущение? Хорошее есть, нет? Номер 49! Номер 49 лидирует 22 билета. 22 билета. Виктория! Сейчас закричит кто-то из телезрителей. Зачеркнет последний номер в билете, получит всю призовую сумму. Номер 73! Номер 73. Стоп, игра! И закричит Виктория! В третьем туре выиграл один билет. Его выигрыш 242 673 рубля. Вы чувствуете, какая огромная призовая сумма? Вот вам приз. Всем игравшим за столом призы от нашей телевизионной передачи. И, конечно, полугодовая подписка на газету «Россия» и аплодисменты зрителей. Особую коробочку получает Виктория. Но если вы, маленькая Виктория, решитесь на большой смелый поступок, сыграть со мной суперигру, вы можете получить другой, более крупный приз. Как вы решитесь? С кем вы там перемигиваетесь? Кто это? Подруга? Сестра. Сестра, играть или нет? Играть, говорит играть. Будете играть? Она будет играть в суперигру. У меня ровно 10 бочонков. Вот они здесь, зелененькие. Бросайте их в мешок, и мы сейчас узнаем с вами, на какой приз играем. Если это 0, то это магнитола. Далее единица видеоплеер. Видеомагнитофон, пылесос, музыкальный центр, вакуумный пылесос, телевизор. 7 – это микроволновая печь, 8 – большой телевизор и 9 – это компьютер. Я перемешиваю. Вы вытаскиваете один бочонок, и мы узнаем, на что мы с вами играем. Это номер 1 – видеоплеер. Теперь с помощью, я надеюсь, что телезрители поняли, что единицу зачеркивать не надо. Это мы просто с Викой определили, на какой приз мы играем. Виктория, какой из этих двух бочонков вы выбираете? В одном из них табличка «Приз». Сестру как зовут? Наташа. Наташа. А в другом ничего нету. Что вы посоветуете вашей сестре? Эфир продолжается. Вот этот? Что скажут телезрители? А? Этот? Другой. Мнения разошлись. Что скажет главный редактор? Я знал, что вы мудрый человек, Юрий Михайлович. Сам должен сказать. Сама Виктория здесь. Ну, пожелайте ей удачи. Пусто. Пусто. Ну, не хочется расстраивать Викторию в этот день. Я думаю, что я совершу благородный поступок, если я, тем не менее, отдам ей видеоплеер. Все-таки у нас сегодня праздник, 400-й тираж. Вика, я поздравляю тебя. В следующий раз смотри, чтобы интуиция тебя не подводила. В другом бочонке, вот здесь приз, видишь, вот это надо было тебе вытащить, и то же самое бы ты получила. Какая разница? Никакой, абсолютно. Вот так вот. А мы продолжаем нашу игру. Сегодня праздничный 400-й тираж. И со мной четвертые последующие туры играет
Певец, которого я очень люблю. Я неоднократно говорил вам об этом. Говорю об этом искренне, потому что один из немногих несущих мужское благородство, подлинную музыкальность и импровизационное вахтанговское самочувствие. Сосо Павлиашвили! Здравствуйте, здравствуйте. Юбилейному 400-му сегодняшнему. Здравствуйте, мои дорогие. От нас всех хочу подарить этому великолепной передаче 400-й розыгрыш, юбилейный. Поаплодируйте, пожалуйста. Эта передача жила бы долго и долго. Спасибо. Спасибо, Сосо. Пусть вот здесь стоит. Спасибо. Спасибо. Сосо, мы играем с тобой. Это цветы не только нам, это тебе, потому что ты много раз выступал у нас в передаче. Я очень люблю тебя слушать. Но игра важнее. Давай по одному бочонку из мешка. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Номер два. Служили два товарища. Ага, Миша и Сосо. Номер два. Выиграла 4 билета по 88 980 рублей. Неплохая сумма. Номер 84. Номер 84. Выиграла 7 билетов по 60 091 рублю. Номер 82. Номер 82. Выиграла 13 билетов по 37 334 рубля. Номер 35. Номер 35. Выиграла 14 билетов по 34 668 рублей. Номер 8. Обручальные кольца. Номер 8. Выиграла 45 билетов по 10 785 рублей. Номер 12. Дюжина. И не просто дюжина. 12 лет. Выходит газета «Россия». Наши гости из газеты «Россия» сегодня здесь у нас. Мы аплодируем этой замечательной газете. Номер 12. Выиграла 63 билета по 7704 рубля. Сосо, газета «Россия». Вот сидит главный редактор Юрий Михайлович. Вот он. Вот он, человек, видишь, кивает, он тебе. Во-первых, ты... Да, пожалуйста, это же Сосо, он не может просто так. Это, конечно. Да. А я сейчас, Юрий Михайлович, вы вышли, уже вручите сами, во-первых, часы от газеты «Россия», полугодовую подписку на газету «Россия». Сосо Павлиашвили. Заполните все, кто получил сертификаты, и после игры отдайте мне это тоже ваши счастливые билеты. И вы будете получать нашу газету. Поздравим, часы, газету! 12 которые лет вам будут выходит всегда в ваших России. Поездках напоминать о нашем вечере. Спасибо, Юрий Михайлович. Игра продолжается. Большое спасибо. Видишь, ты тоже счастливый. Номер 18. Номер 18. Выиграла 65 билетов по 7467 рублей. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Выиграла 219 билетов по 2216 рублей. Номер 47. Номер 47. Выиграла 209 билетов по 2864 рубля. Игра идет вширь. Номер 77. Топорики. Номер 77. Выиграла 530 билетов по 1068 рублей. Номер 74. Номер 74. Выиграла 858 билетов по 565 рублей. Номер 31. Номер 31. Выиграла 1194 билета по 407 рублей. Номер 22, утята. Номер 22. Выиграла 2322 билета по 209 рублей. Номер 3. Номер 3. Выиграла 4476 билетов по 108 рублей. Номер 3. Третье тысячелетие. С любимой игрой «Русское лото» с вами 67. Номер 67. Выиграла 5359 билетов по 90 рублей. А сейчас небольшая пауза. Она будет заполнена информацией, которая, конечно, вас заинтересует. 16 июня с 401 тиража Всероссийской телевизионной игры «Русское лото» начинает уникальный розыгрыш.
Мы даем вам шанс выиграть возможность учиться в одном из российских или зарубежных вузов. Все лето будет проводиться дополнительный розыгрыш по специальным студенческим лотерейным билетам. Все школьники, молодые люди, которые еще не определились со своей будущей учебой, мы приглашаем вас принять участие в этом розыгрыше. Билеты приобретайте у распространителей. И вот еще, 14 июня, лотерея Русского Лото проводит специальный суперавтомобильный тираж. Только в 405-м тираже, только автомобили, целый автомобильный парк. А, ну вот. А теперь мы продолжим. Продолжим нашу игру. Вот такой у нас розыгрыш специальный. Номер 90, дедушка. Номер 90 выиграла 9281 билет по 87 рублей. Номер 34. Номер 34 выиграла 13169 билетов по 86 рублей. Номер 41. Номер 41 выиграла 19782 билета по 82 рубля. Я прошу предупредить нас о последнем ходе. Номер 20 ровно. Номер 20 выиграла 33530 билетов по 62 рубля. Разыгрывается последний тур. Вот, вот он, последний ход. Очень важен. Все от тебя зависит. Один номер остался у кого-то в билете, и они сейчас с надеждой и мольбой смотрят на тебя. Давай. Дай Бог, что все стали бы богатыми. Я этого очень хочу. Номер 70 ровно. Номер 70 выиграла 53136 билетов по 52 рубля. На 82-м ходу игра закончена. Призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 8 бочонков. Извините, в мешке осталось 7 бочонков. Это очень важно. Сосо, вот тебе часы от газеты «Россия». Не пропусти свой выход на сцену. Ты сейчас следи. Мы сейчас подведем итоги тиража. Я высыпаю все, что у нас осталось в мешке. Вот так вот. И прошу передать мешок в нашу тиражную комиссию. В мешке остались следующие номера. Это действительно 7 бочонков. Вот так. Номер 1, номер 5, номер 27, номер 56, номер 71, номер 81 и номер 88. Итак, в мешке остались 1, 5, 27, 56, 71, 81 и 88. Как там наша кубышка? Кубышка разыграна. Разыграна кубышка! Выиграла 6 билетов. 6 билетов разделили между собой. Приз более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Я поздравляю тех, кто стал обладателем части этой кубышки. А если вы пока не выиграли ничего, не расстраивайтесь. Мы начинаем розыгрыш наших специальных призов квартир в Москве по номерам купленных вами билетов. Ну, естественно, квартиры в Москве разыгрывают вместе с нами для вас, обладатели наших специальных призов квартир в Москве. Вечканова Валентина Викторовна, ее сын Сергей из города Ульяновска. Ну и, конечно же, Хламова Вера Петровна и внучка Юля из города Новочеркасска. Это обладатели квартир в Москве. Вы выиграли в новогоднем тираже. В новогоднем. Вы на 8 марта. На 8 марта. Как приятно сейчас мне передать в ваши руки судьбу квартир в Москве. Вот эти бочонки. Вот толкните их, и они все в мешке. Еще раз взгляните на свой билет. В нем персональный семизначный номер. Первая цифра, считайте, что уже сошлась. Вторая слева направо, это 1. Единичку бросаю на место. Номер 1. Ты понимаешь, что происходит? Да, ну конечно. Я от души поздравляю. Больше всего рад за тебя, конечно. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Так. Теперь слово Ульяновску. Номер 9. Номер 9.
Девятку бросаю на место. Сын обладательницы квартиры 0. 0. Итак, нам осталось? Осталось 2 бочонка. 2 бочонка. Ну, давайте. Давайте, и думаю, что будет завершать номер 6. Номер 6. И завершает все Юля. Номер 5. Я прошу назвать номера... Номер 5. Номера билетов, которые выиграли квартиры в Москве. Я поздравляю всех, кто играл сегодня вместе с нами. Поздравляю обладателей квартир в Москве. Всех вас, дорогие, поздравляет Сосо Павлиашвили. Проблемы со сливанием. Позади мой сумасшедший день.